Добро пожаловать на прохождение игры Deus Ex Mankind Divided. С вами по-прежнему Андрей Доцент, и нам необходимо... А что нам необходимо? А нам необходимо найти компромат в кабинете президента. Отыскать компромат, чтобы там один чувак не вздумал писать и опубликовать статью, которая может помешать нашему расследованию. Тут все как-то у нас, знаете ли... настроены не очень доброжелательно, ну и хрен, собственно, с ними. Давайте двигаться. Нам нужно попасть сюда. Давайте сохранимся для начала. И будем надеяться, что все это проканает. Администратор. Охранник Тарвас. Ладно. Гражданские повсюду. Тут у нас, смотрите, запретные зоны. Слушайте. А может быть... Так, погодите, тут у нас что? Ага, то есть, смотрите, там у нас даже кто-то есть. Камеры, тут чего только нет. Я думаю, знаете что, друзья? Не помешало бы все это дело вырубить к чертовой матери, чтобы нас ни в коем случае не запалила эта система. Мне бы этого крайне не хотелось. Тут нам придется повозиться. Ага. Сюда нельзя, сэр. Ага, понял. Понял. Ну, раз сюда нельзя, тогда нам надо как-то придумать, как туда попасть. Прям какая-то, не знаю, операция а-ля миссия невыполнима. Ну, давайте еще раз сохранимся. И попробуем поступить как-нибудь более... более продуманно, что ли. Никто не видит. Наверное, никто. Взлом сети, рейтинг безопасности. 2. Ну что, погнали? Пожалуйста, перестаньте, сэр. Понял. Ну, у нас было золотое время. Ага, понял. Все. Палево повсюду. Караул. Может быть, так получится? Давай-ка. Давай взламывай. Все. Я больше не буду. То есть, смотрите, вот этот тип, он вообще все палит. О, кстати. Нет. Да что ж такое? Может быть, как-нибудь здесь все получится? Карманный секретарь. О, давайте посмотрим. Может быть, в карманном секретаре кто-нибудь на открытом месте пароль оставил какой-нибудь? А? Есть? Ни хрена нету. Сюжетные предметы. Ключ-карта. В банке... О, Тарвас! 0831 у нас есть. Ничего себе. Угу. 0831. Нормально. По-моему, это сюда вообще. Охранник Тарвас. Слушайте, вот это неплохо. Возможно, это мне даже как-нибудь и поможет. Только нужно быть готовым ко всему. Смотрите, тут открыто. Но мне надо попасть как-нибудь, я не знаю. Ну-ка. Нет, это херня. Ну, давайте посмотрим, что мы сможем найти здесь. Ага. Не густо на самом деле. Кнопка лифта есть, но... На кой черт она нам нужна? Ой-о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 й. С кодом доступа 3 офисы. Так мне же не в офис надо, мне же надо туда попасть. А как мне это сделать-то? Ребят, ну как мне это сделать? Вот тут столько вариантов, и даже не знаешь, куда идти. Слушайте, может быть, не этого вырубить нафиг? Сдается мне, у него там что-нибудь интересное да найдется. Смотрите, компьютер. Вроде как какой-то доступ к чему-то куда-то. Это вообще вниз ведет. Угу. Может быть, как-нибудь тут? Я не знаю. Это у нас охрана. Я думаю, знаете что? Так вот напролом рваться, выносить всех подряд, это вообще не есть хорошо. Взлом сети. Слушайте, а может быть... Может быть, в натуре давайте взломаем? Взлом. Ага. Давай ты, елки-палки, взламывай. Ах ты, тварь. Так, все, допустим.
Ладно. Тогда будем по порядку двигаться. И будем надеяться, что нас не спалят. Давай быстрее. А, я тут данные какие-нибудь могу скачать? Дайте-ка посмотрим. Давай. Опа-на. Еще раз. Есть. Все, неплохо. Дайте-ка я сохранюсь. И посмотрим, что мы здесь сможем сделать. Так, погодите-ка. Куда ты нахер? А, стойте, так они вообще в другом месте. Во, ключ-карта к лифту. Во, нормально, ребят, это вообще здорово. Лучше не бывает. Электронная книга. Ну, это фигня. Это на самом деле полная фигня. Тут с этим каши не сваришь. О, нейропозин? Нет, это бухло просто здесь валяется. Ржаной Ная. Зачем нам это надо? Ящик, ну-ка. Взяли деньжа. Пойдет. Во, еще ящик. Детали. Замечательно. Валийский виски. Пойдет. Все пойдет. Ничего не останется лишним. Ну-ка. Взламываем. Однако тут придется, наверное, попотеть, ребята. Причем так изрядно. А то, не дай бог, что-нибудь случится. Ну, будем надеяться, это проканает. Так. Давай. Ох ты, как долго он взламывает это все. Давай ты быстрее. Во, давай ты. Все. Неплохо. Ох ты, господин Влодок. Ничего себе. Разве вы не увольнительный? Вообще-то у меня отпуск, нифига себе. Я в переписку влез. Признать? Ну, не знаю, давайте-ка... Вообще-то у меня отпуск. Давайте-ка так вот сделаем. Просто надо кое-что забрать. Ну-ка, да, конечно. До свидания. Лучшие анализы еще высветились. Ну, пока, конечно, берегите себя. Влодок, нелюди, вторую карту. Нормально, у нас, по крайней мере, карточка есть. Вот это вот очень хорошо, на самом деле. Так, это убираем. Мы детали получили. Тумблер. Ой! Нихера себе, я чуть не пальнулся. Угу. А смотрите, это сразу так... Чуть не спалились. Все, ребят, так дело не пойдет. Надо уходить отсюда, пока нас не повязали здесь. Нет, вы гляньте, с какого перепугу здесь так FPS проседает? Мне вообще кто-нибудь скажет? Ключ, карта, хранилище. Но мне не сюда надо, мне надо наверх. Может быть, постойте, мне... Меня пропустят? Погодите. У нас вроде карточка есть, разве нет? Странный звук, я посмотрю. Давай, смотри. Нет, никаких проблем. Молодец. Может быть, тут взломаем? Там, да, может конечно. Быть, можно пройти? 0, 8, 3, 1. Все. Ох ты, косяк какой! Косяк-то какой! Вперед! Слава богу, я сохранился. В общем, зайдем мы сюда в режиме невидимости. Ну, чтобы не привлекать внимания. Надеюсь, никого не смутит тот факт, что дверь открылась сама по себе. Новые технологии. Пусть так думают. Ну? Нет, что-то как-то странно в этой игре. Вроде на открытых пространствах не так проседает. Здесь прям вообще до тридцаточки все спало. Странно. Угу. Да, конечно. Давай-ка, 0, давай, 0, 8, да, бляха ты муха, 3, 1, во, все, есть, неплохо, погодите, тут у нас что, сезам, откройся, какой нафиг сезам, может быть, ничего такого и не случится,
Ну, по крайней мере, пока все тихо. Погодите. Тут должно быть что-то такое, что может мне помочь. Помочь проникнуть внутрь. Карманный секретарь я нашел. Что у нас тут? Угу. Код 114. В банковской базе данных. Самые деликатные материалы. Слушайте, я тут, наверное, сейчас еще какие-нибудь тайны грязные откопаю. Кто его знает? Тут вообще всякое может быть в этой игре. Я думаю, не будем упускать такую возможность. Погодите, неужели тут что-нибудь... Во, еще ключ-карта. У нас этих ключ-карт до задницы просто. Ага. Угу. Тут больше, по-моему, здесь ничего больше нет. Ну ладно. Давайте-ка выйдем. Давай ты, елки-палки. Все. И теперь мне надо попасть как-то сюда. Ну вот как это сделать? Уровень 3. А, стойте! Надо просто лифтом воспользоваться. У меня же есть то, что мне нужно. Как раз карточкой в лифт ставим и все. То есть можно по лестнице подняться напрямик, а можно воспользоваться реально вот этой карточкой. Давайте так и сделаем. Только, наверное, отсюда нам придется довольно большой путь проделать. Хотя, кто его знает? Ну-ка. Уровень 3. Офисы. Погодите. Мы здесь находимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Все, доступ открыт. Да что ты ствол постоянно достаешь, а? Ой. Ой-о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 й. Так. Может быть, тут стоит поотрубать всех? Я думаю, не мешал бы батончик один тяпнуть. Ну-ка, давай-ка. Ага. Ой, ёп, твою налево. Фу, нормально. Вроде как скрылись. Что у нас тут? Ага, там кто-то есть. Надо карту открыть. Вы гляньте, тут вообще... Тут палево просто дичайшее на этом уровне. Надо как-то, я не знаю... Более аккуратно все сделать. Может быть, невидимостью воспользуемся и просто мимо них пройдем. Ну-ка, давай-ка. Что-то там было, по-моему. Ага. Идем. Было, было. Опа-на! Тихо. Тихо. Сейчас разберемся. Давай, да чтоб тебя! Давай, вырубай его! Ах ты, зараза! Все, не-не-не, это косяк. Полный косяк, ребят. Это... Цель Зеро. Подтвердите. Какой нафиг цель в Зено? Мы тут сдохли. Вы не то что взяли, вы замочили нафиг сходу. Невидимость у нас быстро отрубилась, однако. И батончики у нас, ну, только один был. Надо как-то, я не знаю. Там еще камера, их надо отрубить. А как это сделать? Вот это вот вопрос. А может быть, устройство использовать какое-нибудь? Да, конечно. Я и свои ценности, и корпоративные... Ах ты, елки-палки, я аж сюда, что ли, отлетел? Ничего себе! Давайте-ка это дело отмотаем. А я вот думаю, может быть, нам в хранилище спуститься? Давайте-ка так и сделаем. Уровень 1, хранилище. Почему я все время достаю пистолет? Мне это вот вообще немного смущает даже. Ну-ка. Ага, мы вошли в запретную зону. Карманный секретарь, что у нас там? Код изменен, 6477. Какой-то код хотя бы получаем, хоть это радует. Здесь? Нет. Мессенджер, ага, повторяется что ли до сих пор? Почему вы не вонительный? Признать? А давайте признаем, попробуем. Угу. Чё, о? Чё, да, вижу. Пропуск. Кстати, пока вы еще здесь. Да нет, зачем пропуск? У нас есть пропуск. Все. Нормалек. Это мы все читали. Так, тут мы все посмотрели, посмотрели. Здесь пусто, пусто, пусто. Ящики мы пересмотрели. Ну все, короче. Уходим отсюда. И вот куда мне идти-то? Где же мне найти то место?
Во. Хранилище Б. Хранилище Б. А тут, по всей видимости, у нас как раз вот это вот место, которое нам нужно. Кстати, может быть, не в хранилище попасть. Давайте-ка сохранимся. Ну, знаете ли, может быть, палево еще то. Там решетка есть. Блин, тут вообще надо камеры эти отрубить, они прям здоровски мешают. Ага, нужна ключ-карта к хранилищу А. Ее, естественно, у меня нет. Может быть, хотя бы к Б подойдет, погодите. А у меня же вроде была какая-то карта, но, видимо, она... откат произошел из-за того, что я загрузился. Черт, ну ладно. Может быть, вы откроете? Ну-ка, что тут у нас? Простите, сэр, это закрытая зона. Хреново. Крайне, я бы сказал. Варианты исчерпываются, куда нам идти и что делать. Но я думаю, остается только воспользоваться карточкой и подниматься. Ну-ка, кстати, давайте-ка глянем хранилище. Но здесь у нас одни хранилища и не более. Лифт, лестница. Уровень... А что за уровень 9? Мне нужно на 8 уровень. Ну, давайте. Давайте наверх поднимемся. Так. Уровень 3 офисы. Да, блин, убери этот ствол, а. Людей смешить. Все, батончик тяпнули. Кстати, у меня же ведь еще есть батон. Походу. Так. Аккуратненько. А, давай-ка еще раз. Во. Чисто. Возвращаюсь на пост. Давай-ка, ё-моё. Подтверждаю. Возвращаемся. Давай-давай-давай-давай, быстрее. Все. Так. Сюда-сюда. Давай быстрее. Все. Погнали. Во, проникли. Ё-моё. Ни хрена себе, я внутри нахожусь. Ребята, это походу фарт дикий. Я думал, сейчас все запалимся. Оказывается, нет. Система в порядке. Не понял. Проверил. Не понял. Че, он здесь прямо, что ли? Панель сигнализации. О, кредитный чип подбираем. Газета... Может быть, компьютер взломаем, доступ, посмотрим, что мы сможем тут узнать. Ну, куда? Тут только один вариант остается. Давай, давай, все, погнали. Стоп, червь. Давай ты быстрее. Так, все, взламывай. Есть, все. Принять к сведению, это очень хорошо, но... Чё-то здесь ничего интересного, я только свой этот потратил. Для взлома, червяк. И чё мне теперь делать? Эти дальше так, что ли, взламывать? Ну, не знаю. Где-то здесь есть то, что мне нужно. Во! Нет, это херня полная. Угу. Секьюрити. Ну, давай. Погнали. Аккуратно, только без палева. Все. Ох ты, черт. Давай ты. Все, я все взломал. Ничего себе. Тревога. Вот, система. Поднять тревогу. Не-не-не-не-не. Отключить панель тревоги. Вот. Лазерную решетку отключаем. Камеры вырубаем. Во, вот это другое дело. Ну, давайте теперь найдем эти документы проклятые. Блин, надо, где же они? Во! Результаты анализа питьевой воды. Здорово, давайте теперь отнесем их этому чуваку. Ну как, ты что-нибудь принес? Да, у нас есть как бы эти улики. О, ну давайте сначала поспрашиваем его, что он там, над чем сейчас работает. Отдать всегда успеем. Над чем вы сейчас работаете? Над какой историей? А нет никакой истории. У нас только факты. С 1997 года 63% землетрясений
Это следствие бомбардировки сейсмически нестабильных районов. Ты это знал? Нет, как-то не слышал. В этих бедствиях не было ничего природного. Хочешь цифры? Сейчас в мире 7 миллионов 100 тысяч аугов. На 89% меньше, чем до инцидента. Активность Darknet с происшествия в Дубае возросла на 73%. Это связано! Хочешь знать как? Я тебе сейчас скажу. Это все часть селективного уничтожения населения. Это задумано очень давно. Все меняется, меняются жертвы, но не главная цель. Все правительства в курсе, но людям об этом неизвестно. Почему? Почему об этом не говорят? Да потому что ПИК контролирует 94% мирового медиапространства, а из их новостей 97% полный пиздёк. Это факт. Да, ну-ка давайте-ка дальше узнаем, что у него там еще есть. Ты что-то сказал насчет Дубая? Что за история в Норвегии? Одна история охуительнее другой. Кукольный театр на Ближнем Востоке с участием бывших наемников Bell Tower и местных славянских гангстеров. Отлично сработанный, прекрасно написанный водевиль. Кем написанный? Кем-то, кто любит управляемость. Марионетка против марионетки. Откуда вы это узнали? Кто вам сообщил? Что за источник? Шепотки во тьме, мой друг. Стоит заснуть, и тебе начинают шептать разные вещи. Пст, архиц убивать дела в час раз. Что-то такое, что-то неясное. Это как... Когда ты что-то чувствуешь. Это чувак уже шептуны во тьме, они. То есть ты шепотки. Ничего не знаешь. О, нет, я знаю очень много. Просто чем больше болтаешь, тем меньше слышишь. Кроме того, журналистская этика. Мы тебе не пик ньюс. Мы одни из немногих, кому пока что удается избежать глобального контроля над медиа. Контролируют по-разному, когда напрямую, открыто, а когда манипуляциями. Но стоит туда случайно влезть, и уже не отмоешься. Понятно. Ну давайте теперь отдадим ему эти улики. Похоже, я нашел для вас кое-что подходящее. Я весь внимание. Вот, ПИК прекрасно знал о химическом загрязнении проточной воды. Своих они предупредили, но простым людям сообщать не стали. Узнаю их. Лучше поставят под угрозу здоровье людей, чем существующий порядок. Это отлично, это очень хорошо. А еще? Нет, это все. Спасибо, мой друг, этого более чем достаточно. Так, Кости уже вовсю печатает. Мы собрали все, что у нас есть о ПИКе. Даже уже подготовили предварительный вариант текста. Надеюсь, благодаря тебе сейчас все сложится воедино. На этом все? Почти. Осталось сделать так, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Ты должен взломать один информационный сервер. Это последнее, что нужно сделать, и ты свободен. И тогда вы оставите Прагу Давос в покое. Прагу что? Ага. Понятненько. То есть нам нужно выполнить еще одну миссию, и после мы уже наконец-то избавимся от этой проблемы. Здоровски. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим обязательно уже все в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцент. Играйте в хорошие, интересные, захватывающие видеоигры. Всем пока.